Ура! Пришла посылочка от Orchids & Mo. Ой, сейчас. Посмотрим, что они мне прислали. Я сделала два заказа. Но я думаю, что пришел только первый заказ. А второй еще нужно ждать. Итак, что же у меня пришло от Orchids & Mo? Пришла шампурке. Вот такая. С большим-большим количеством корней. Как по мне, мне кажется, идеальное растение. Чуть-чуть тут подмерзло, но я поубираю листики. Пришло 3 маздывалии. Одна маздывалия под номером 17. Красивый кустик. Так. Потом вот это мы сдавали. И еще третье. Самое интересное, у них у всех разные совершенно листики. Так. Вот еще одна мы сдавали. Я уже не помню, честно говоря, какие цвета заказывала. Надо посмотреть, что я там заказывала. Так, теперь у нас... Ну, этой шампурке, конечно, до цветения расти. Но кустик очень милый. Симпатяга. Так, ангрейкум. Маленький, хорошенький. Большое количество корней. Катлея на алькандиае. Я получила только недавно одну алькандиае. Прочитала, что они ужасно сложны в уходе. Ну, попробую. Может быть, гибрид будет попроще, полегче. И айрангис. Вот. Прямо 2 кустика сразу в горшочке. Так, здесь у меня... Дендробиум. Красавчик. Вот он немножко высыпался. Выпал из горшка. Но сам кустик очень хороший. Что это у нас здесь? Энциклея. Радиата. Захотелось мне какого-нибудь растения с мелкими цветочками. Ну, посмотрим. В принципе, она уже достаточно крупненькая. Может, и зацветет в этом году. Вот эта красотуля пришла с цветком. Посмотрите, какая прелесть. Ух. Сейчас мы ее... Вот так. Вот, красавица. У меня уже есть одна такая. Я хочу сразу посадить на блок. Несколько штук, чтобы сразу был блок такой... густонаселенный. Так. Фаленопсис лёви даже уже цвел. Вот у него цветоносик, видимо, остался. Малыш. Так, это у нас кто? Тоже 2 кустика сразу же на блоке. Айрангис. Тоже 2. Ой, кажется, это цветоносик. Да, будет цвести. Это у нас тоже красавец. 2 растения на блоке. Дендробиум. Потом Рестрепия. Очень мне нравится. Я одну такую посадила у себя в таком террариуме. Орхидариуме. Я как-нибудь сниму видео про этот орхидариум. Мне очень нравится. Они так нежно цветут, мило. Очень приятное растение. Так, 2 шамбурки. Ой, шалашисты. Вот одна такая. Неплохой кустик. И вот еще. С
загоревшими корешками коричневыми. Это у нас индонезийская. Не знаю. В интернете не нашла. Не нашла, как цветет. Посмотрим, если зацветет, буду знать, как цветут в Индонезии шалашисты. Так, это у нас кто? Это у нас... Ой, не вынимается. Вот, вынула. Тоже Акандиае. Гибрид. Очень уж мне нравятся эти цветы. Эти орхидеи, эти котлеи. Ну, не знаю, получится, не получится вырастить. Так, это что-то неожиданно оказалось большое. И мне так кажется, что очень любит влагу. В общем, не знаю, как я его буду растить, но буду пробовать. Во всяком случае, он уже цвел. Вот у него цветонос сушеный остался. Еще у нас бульбофилум здесь. Вот бульбофитум. Бульбофилум. И еще катасетум я подняла наверх уже. На полочку поставила. Сейчас до него дойду и тоже его покажу. Улипочки просто шикарные. Посмотрите, какой кустик. Очень сочный. А вот катасетум. Смотрите, какой красавец. Сколько бульб, сколько корней, в каком идеальном состоянии он. Вообще у этой фирмы я очень люблю покупать растения, потому что все приходит всегда идеально. Идеально упаковано, хорошего качества растения, очень легко адаптируется. В общем, надо пойти посмотреть, что у них еще есть. Видите, цветов пока немного. Немножечко дендробиумов. И башмачки. Больше пока что никто не радует. Такой красавчик. Желтенький. Все остальные с бутонами или спят. Вот красавец. Не знаю, потеряла где-то этикетку. Теперь не знаю, кто должен зацвести. Ну, надеюсь, что будет красиво. Вот он один красавчик. Эти безымянные, купленные в магазине. Вот один. Вот второй. Это White Lady. И тут у меня Hunter. Вот этот мне очень нравится. Цветет уже второй месяц. Вот этот цветочек держится 2 месяца. Просто сказочно. Так, кто это он у меня сейчас? Спириану. Ох, и когда он значит, когда будет цвести большим количеством цветов, будет вообще сказочно. Так, выбросим. Кто тут еще у меня? Твинкли. Цветут. В общем, пока ничего особенного. Пошли, наконец-то, цветоносы. Шалашистый одной. А то это. Остальные в задумчивости. Но они свежекупленные. В принципе, цвести не должны. И куплены были зимой, поэтому они немножко стрессуют. Эпидендрум будет большой, красивый. Ну, собственно говоря, все. Вот котлейка распускается.
сегодня к вечеру уже, наверное, будет открыта. Все, пока ждем, когда распустятся бутоны.